Открытие совместного российско-японского производства – еще одно подтверждение того, что усилия правительства республики в привлечении инвестиций в Чувашию приносят свои плоды. Недавно полпред президента России в ПФО Михаил Байбич высоко оценил работу, ведущуюся в этом направлении. Напомню, на семинаре управления развитием региона «Приоритеты экономической политики» в Москве обсуждались важнейшие аспекты деятельности органов государственной власти. Тогда в качестве положительных примеров Михаил Бабич назвал лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, подготовленного Агентством стратегических исследований. Чувашия в этом рейтинге занимает 9-ю позицию. Вот как прокомментировал нам это заявление управляющий директор Химпрома Вячеслав Курсаков. На сегодняшний день в регионе, на мой взгляд, созданы благоприятные условия для ведения инвестиционной деятельности в самом широком спектре. Это и вложение предприятиями собственных средств на внутренние инвестиции, и привлечение внешних инвесторов для решения задач совместных по реализации стратегических проектов. Руководством республики постоянно осуществляются все необходимые меры для обеспечения в регионе стабильной ситуации и благоприятного климата для производственной деятельности крупных промышленных предприятий и ведения бизнеса малых и средних форм. Наряду с этим большое внимание уделяется вопросам, связанным с реализацией задач по импортозамещению, модернизации экономики, развитию новых технологий и созданию современных конкурентоспособных производств. Мы, как промышленники, высоко оцениваем эти усилия. Наша оценка совпала с рейтингом Агентства стратегических исследований Российской Федерации, где Чувашия, как регион, стала одним из лидеров в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.